They will return if we don't block the hole. Иди, 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 иди. I need you to push the statue from the other side, Zobek. I'm coming. Завалили. They will return if we don't block the hole. Это понятно, да. Zobek, help me knock down the statue. As you wish. Давай, давай, давай. Роняй. Оп. Все вроде сделано. Хорошо. Так, друзья, да, прошли. Ну, давайте магию восстановим, потому что на следующем уровне нам пригодится. Заодно мы нашли с вами оружие. Ну, не все сразу, потому что я говорю, прохожу второй раз, но тем не менее, как обычно, солюшены не для стрима, потому что, во-первых, смотреть прохождение с Солюшеном — это неинтересно для зрителей. Да и мне было бы неинтересно просто делать все по бумажке. Так, но тем не менее, пока получается. Пока оно получается. И хорошо. Давайте посмотрим. Разбьем статику, потому что наверняка что-то есть, чего нет у нас. Если он прямо уже прошел, нафиг еще раз. Череп, я прохожу, да, на ачивку, которая подразумевает не только триалы, но и сбор всех реликов. Там отдельная ачивка за это дается. Причем это, как бы, ну, игра, в которой просто так ачивы не даются. То есть, поскольку японский издатель, то они здесь, конечно, постарались. То есть за боссов дают бронзу, за триалы, именно за триалы, дают серебро. Мастера-ачивера можно получить за действительно что-то стоящее. Вот, например, за прокачку персонажа на максимум. Там дают мастера-ачивера, да. Черри, но это в первой МГС же. Там код был написан, да. Когда мы проходили первый МГС, там ребята нагуглили код. Частоту нагуглили, точнее. Ну, то, что там все сканировать приходится. МГС вообще отдельная тема. До разговора. Не, Кодзима, он такой, он прям тролль, реально тролль. Он крутые штуки делает в играх. МГС это... Многие называют, кстати, Metal Gear лучшей игрой за всю индустрию вообще. Вот всю серию за всю индустрию видеоигр. Так, ну что ж. Есть. Есть. Все есть, да. Поехали дальше. Так, так, так. О, катакомбы аббатства. Так, у нас гемы все на этом уровне. Так, не понял. Пройдите уровень, не допустив, чтобы Зобок пал. Single time. Incombatant. Ну да, наверное, в туфал. Ну, чтобы он не помер, правильно? С моим порно-английским я правильно перевожу? Finish the level without lowing Зобок, то if fall in a combat. Ну да, то есть, чтобы он не сдох. То есть, ну, не дать ему умереть. Ну ладно, хорошо. We delve deep below the abbey, ready to face the evil confronting us. The abbot, Vincent Dorin, was once a good and kindly man who helped the people of Wygol. But now he has become a devious coward. Не ступал в бой, скорее. Нет, exist. Single fall. Да, чтобы не умер, он говорит.
Чтобы не вступил в битву. Нет. Не, ребят, но чтобы не вступил в битву, это было бы слишком. We must work together if we are to succeed in acquiring the relic that the abbot guards. This will help us greatly in defeating the vampiric horde later. Так, друзья, и я думаю, что настало время прерваться на рекламу. Сейчас подойду. Сейчас скоро буду, да, ребят. Минуту две. Так, друзья, давайте почитаем книжку и продолжим. Итак, катакомбы монастыря. Мы углубляемся все дальше в катакомбы под монастырь, зная, что зло поджидает нас. Настоятель монастыря Винсент Дорин был когда-то хорошим человеком. Помогал жителям деревни, а сейчас он стал трусом, который заперся в монастыре, окружив себя ловушками. Беззащитные люди заплатили великую цену за его предательство. Близится ночь, и мы открыты для атак вампиров со всех сторон. Мы должны быть начеку. Должны работать вместе.
если хотим добраться до реликвии, которую охраняет наставник монастыря. Реликвия может нам в борьбе с ордами вампиров. Ну, как-то так. Поехали. Сколько еще стрим будет? Ну, наверное, где-то до часика ночи, ребят, потому что завтра работаю, да, надо сохранять все-таки ясность. Рассудка. Вампира. Vampire! Careful, Gabriel. This is not going to be so easy. I'll send you straight back to hell. Так, этих разобрали. Понял, что мне надо взять ее. Давай. Тащим. I can see a device which may help us open the door. The men you once were are long gone. Ну куда эти-ка? Сейчас разберем их, ребят. Зобок нельзя дать умереть. Ну, чтобы делать так, чтобы просто не танковалось. Так, заодно и поднакопим, да. Ну-ка, давай, крути. I need your help with the crowbar, Zobek. Так, ну подержи, дружище. Шон Коннери помогает. Воу, он там останется, что ли? А, да, он там останется по сюжету, все правильно. Так, ну нам надо сделать так, чтобы... Его не убили, по сути. Тут, по-моему, сейчас надо будет ключ какой-то раздобыть. Насколько я помню. Вроде как. Не понял. А его бьют, что ли? Ё-моё. There must be some way of knocking the grill down. Get away from me, you filth! Так, а как бы мне повернуть? Все понятно, два ключа надо. Мне надо будет повернуть эту штуку сейчас. I'll send you straight back to hell. Ну, очевидно, что надо открыть ворота вот с этой стороны, а рукоятки-то нету. Да и с этой тоже нету. Already dead meat. Cursed creatures. Привет. Да, поздравляю вас, у вас отличная игра. Так, ну и... Зобок, может быть ты... А, можно так через эту штуку бить. Помогать ему просто. Может, ты дверь-то все-таки откроешь, бро? Он там последнего добивает. Как неловко.
Все проще. Все намного проще. Не надо усложнять. Так, ну-ка, вытаскиваем. Пойдем. Понесли эту фиговину туда. И нам надо два ключа раздобыть, чтобы открыть. Фокус пропал, но немодленно. Два ключа нужно, да, совершенно верно. Так, вставляем эту штуку сюда. Сейчас буст накопим на всякий случай. Мало ли. Ultimate Light лишним не будет, это точно. Прям совершенно точно. Давайте начнем с Лео. There is one of the keys we need. Так, один из ключей. Здесь забираем, идем туда. Нафига ачивки, ненужные вещи. Ну, ачивки дополнительный, просто дополнительный бонус на сложность. Друзья, еще раз напоминаю, если что-то контентное содержание стрима вас не устраивает, вы нажимаете сочетание Ctrl-W и все становится хорошо. Моментально все встанет на свои места. Отличное сочетание кнопок, придуманное разработчиками. Помогает в 100% случаев с при борьбе с неправдой в интернете. Zobek, help me with the crowbar. As you wish. Go through to the other side, quickly. Так, ну хорошо. Допустим. Так, тут мертвый. Ключ взяли. Пойдем дальше. Забираем рычаг. Спасибо. Так, поднимаем. Поднимаем, вставляем. Последний ключ остался там, да, с той стороны. А, вот здесь, короче, сейчас надо будет побегать, по-моему. Что-то я помню такое. Support the next slab, quickly! I can't Давай, hold it! Пошел. Hurry! Support the next slab before we are locked in here! Шон Коннери выжил, все хорошо. There is one of the keys we need. Так, последний ключ, да. Хорошо. Так, вроде как триалов других тут нету, реликов тут тоже нет, просто уходим. Вставляем ключи. Давайте магию посмотрим дополнительно, пускай будет. Хотя буст не сохранится на следующий уровень, по-любому.
нам единственное, что нужно, это кинжалы и статики. Больше другого-то ничего нет. Так, тут, по-моему, сейчас будет пазл с телепортом. Что-то такое, я помню. Да, сейчас с телепортом, в принципе, заморачиваться тут. А, ну и не дать Зобуку, соответственно, помереть. There is a strange device here. Странное устройство какое-то. Так, сейчас успокой телефон, а то он что-то у меня жужжит. Много фей. Фей что-то прям очень много. Ладно. It is a magic seal created by the abbot. There must be a way to manipulate it. Это магическая печать, которая была создана аббатом. Должен быть способ управлять ей. Так, способ управлять ей. Сейчас что-нибудь придумаем. А, вот здесь что? Момент. Так, девайс. Очередной девайс. Ну-ка, пойдем. А, там сейчас эти гули полезут. Или вампиры. Так, сначала добьем их, потом будем разбираться дальше. Зобуку убили, ё-моё. Сильный удар по нему прошел, да? Дотанковался. Нельзя давать ему танчить. Так, я думаю, что сейчас святой водой все это зальем и все. There is a strange device here. Не более. Самое главное, чтобы подсвеченные атаки по зобуку не проходили, потому что это самое опасное, в общем. Остальные, в общем-то, он переживает нормально. По-моему, здесь их не закрыть. А, все ясно. Да, я вспомнил, что надо сделать. Demons.
Так, держи-ка. Hold on, I'm coming. Go, go! Cross over now! Давайте быстрее. Её просто втыкай. Надо скорее, там уже все понавлезали. Don't you dare touch me. Где зобок-то? Отважно борется. Already dead meat. Так, один буль там питается активно. Нам, по-моему, надо вон туда попасть. Вон в ту закрытую досками локацию. Get away from me, you filth! Ой, яд. Zobek, hold the device steady. I'm coming. Go through to the other side, quickly! Так, а как сюда выбраться? Нет, не так. You demons. Вот здесь что ли? А, вот здесь. Все ясно. Где зобок-то? Так, ну там вы вроде все посмотрели. Там были, где не были-то. Вот здесь вот не были. I need you to hold the device steady, Zobek. As you wish. Hurry! I can't hold on for much longer. Well done. Да, какая головоломка. Ужас какой. Так. Ну, пойдем все. Все, пойдем. Так. Trial Unlock. Все, да, все прошли. Vampire Warrior Stockton. Да, все есть. Поехали. Демигод, а я взял его еще в прошлый раз. То есть все было собрано уже. Итак, друзья, мы дошли до библиотеки аббатства. Угу. Триал будет связан здесь с головоломкой на сей раз. Вроде как здесь нету реликов на пушке. Я помню это место. Я помню его. Ну, поехали. The traps laid by the abbot have proved tricky, and yet we have managed to break into the inner cloisters, and the library is close at hand, if memory serves. My friend looks weary and troubled. The weight of the world on his shoulders. I can see he is holding a terrible secret deep within. He is trying to bury it, and in its place, the anger is taking over. We must not delay. We must find Dorin and take what we need before we are dragged down with the guilt. The need of the many outweighs those of the few now.
We can shed no tears for those lost. We must be strong, and we must destroy the Lords of Shadow at any cost. Итак, друзья, дошли мы до библиотек. Ловушки расставлены наставником. Очень изобретательно. И все же мы прорвались дальше в библиотеку. Габриэль выглядит усталым и обеспокоенным. Он чувствует вес всего мира на своих плечах. Я вижу, что он держит в себе ужасную тайну. Он старается похоронить ее, забыть о ней. В такие моменты гнев и ярость вырываются наружу. Нам нельзя медлить. Мы должны найти Дорина и забрать то, что нам нужно, пока нас не съело чувство вины. Я и Габриэль не можем больше проливать слезы попавшим. Мы должны быть сильнее и уничтожить лордов теней. Давайте продолжим. Так, тут сейчас, наверное, придется потупить, потому что я не особо помню эту головоломку. Хотя помню, но на решение, на первом прохождении у меня ушло явно больше времени, чем 2.30. Статики здесь много, потому что много книг. По сути, кроме триала здесь нам ничего не интересно больше. Только триал. Архангел, привет. Я уверен, должен быть способ войти в библиотеку отсюда. Первая встреча с големом. Да, они такие. Рыцари большие такие. Фактически хавят. Ай, двое даже. Нифига себе, я слился. Так, да, лучше не надо. Давайте попробуем поаккуратней. Да, у нас как-то мало магии, на самом деле. Вообще ее нету, я бы сказал, да. Просто нет. Не, можно демона как бы заюзать, но я думаю, что не стоит. Не стоит демона тратить, да. Более профитно есть место, чтобы потратить демона. Один. Ну, с этого мы щит уже сняли. По сути дела, Ultimate Light помог. Поэтому ничего сложного, просто разбираемся. Во-во-во, ты что, озверел, что ли? Видимо, да. Спокойно. Тенни Морба. Зобок там книжки читать. Здесь, я нашел. Еще один. У меня прям клеймор.
Get out of here. I'll keep the trap door open. Ой, там еще двое. Еще двое. Много их там, да. Много. Так, друзья, и мы оказываемся как раз вот лицом к лицу. Ой, уже тикает таймер. Ёпрасоте. Байбек, привет. Уже тикает таймер. Поехали, чё. Сейчас я посмотрю, чё, как тут. Блин, ещё одна. Так. Еще одну двигать надо. Сейчас, друзья, сначала смотрим, как она решается, а потом делаем дальше. Туда, что ли? Не помню куда, по-моему, туда, в ту комнату. Так, ну-ка, там что? Что-то не, ничего вообще. А, нет, стоп, вот здесь вот что-то есть. Так. Один момент. Здесь тоже должен быть где-то отражатель наверняка. Хотя не похоже на это. Сейчас, народ, я... А, нет, вот он. А, ну да. Да, все получилось. Так, ну, понятное дело, что надо все это сделать в 10 раз быстрее. Это ясно. Ну, есть ботинки, как бы. Есть прыжок. Все есть, что нужно для того, чтобы сделать быстрее. Просто сейчас посмотрим. Так, а здесь как? Как дальше-то отразить? Или он куда-то ее... Да нет. А, все. Да, это... На этом заканчивается пазл. Следующий. Да, следующий момент. Здесь закрыт. Значит, толкаем здесь. Там еще мелочи летают. Сейчас, ребят, я сначала посмотрю. Понятное дело, что trial failed. Этот сюда. Я говорю, сюда, ты что-то делаешь? Так, куда его крутить? Туда, да, наверное? Окей. Застрял. Тебя откуда крутить? Сюда, что ли? А зачем его туда крутить? Так, нет, что-то не то. Не понял. Куда он светит? В никуда просто. Так. А, нет же ж. Надо подтолкнуть, значит, чуть ближе. И он должен светить сквозь этот проем. Вероятно. Или нет. Или с центра. Наверное, все-таки с центра должен. А, ну вон же. Ну да, светит, все правильно. Дальше пошли. То есть тут толкаем, там уходим. Все. Эту теперь толкаем. И светим туда. Оп. Нет, туда, я говорю. Ну куда ты вертишь-то? Правильно, нет? А там что? Тут еще одна. Блин, что-то их тут много. А эту как? Подождите, а эту откуда взять? Толкать, что ли, надо?
Что-то... А, нет, здесь, смотрите, стена сломанная. Нет, стой. Здесь что-то явно должно. Нифига себе, все за 2.30 успеть. И там еще куча чертей прилетела, да? Так, мы сейчас что-нибудь придумаем. Я думаю, там нет больше отражателя? Нет, отражателя там больше нет. И здесь больше ничего нет. Замечательно и здорово. И как это сделать? Так, тут дырка. А здесь что? А, здесь еще один, я понял. Я его сразу просто не увидел. Что ж ты тут нарисовался, родной, а? А, то есть вот это надо двигать туда. Да, получается, это надо двигать туда, а этот надо двигать вот сюда. Офигеть, и все это делать под кнайтом еще. Да, что-то такое неприятное челлендж-то, честно говоря. Ну, в общем, все понятно, но надо делать все очень быстро. Я понял. В Dark Souls давно платина уже есть. В Демоне у меня нет платины. Dark Souls платина еще в прошлом году была. Туда таймер. Таймер челленджа. И нам, похоже, придется сначала начинать. За 14 секунд здесь никак не успеешь. Да, все, поехали. Ладно, сейчас будем делать по... Давайте. Так, нам надо максимально быстро все сделать в первой локации, чтобы правильный сейв схватить. Ну, как бы с правильным временем. Look for an exit. I'll hold them back. Поехали. Там самое геморное — это вторая комната, когда рыцарь появляется на стуле. Ну, так понимаю. For an exit. I'll hold them back.
Here it is. I found it. Так, скипаем, скипаем, скипаем. Сейчас сразу будет начинаться стрел. Минута 42. Минут 36, ну не знаю. Минут 30. Так, толкаем сюда. Блин, обалдеть. Так, надо этих надо добить всех. Еще они жизни спокойно не дадут. Там, да не, можно успеть, в принципе. Там что-то там повернуть, толкнуть, да и все. По большому счету, там ничего такого. Надо убивать. Что-то мне кажется, я не успею. Успел. Сейчас еще разок с того же места, наверное. На бесов трачу очень много времени. Бесы плюс это все это вращать. В общем, время уходит много. И как всегда, хп нет. Друзья, всем привет! Да, сегодня в Castlevania играем. Делаем триал. Что-то противный триал, на самом деле.
не люблю на время клет. Блин, да какого рожна ты меня жрешь каждый раз. Да, вот, на самом деле есть мнение, что надо переиграть, потому что, во-первых, с ХП все плохо, во-вторых, по времени можно сделать намного лучше, наверное, чем минуты полторы. Какая боль, а. Да не, пью я не устал. Че, я не бревна ворочу. Да демоны вот эти вот просто замучили меня. Мелкие настолько сильно бьют. Не, ну привет уже, минута 11. Так, давайте-ка я переиграю. Потому что хп вообще нет, это анонизм. Просто анонизм, да. Неприятный такой. Вот эти вот демоны, они очень гремлины. Они прям вообще не очень. Кто сейчас лол тащит? Йофи точно знает, кто тащит. Он лол стримит даже. Так, давайте. Давайте заново, да. Попробуем заново. Да нет, тут проблема в том, что надо просто делать все быстро. И время надо экономить в первой комнате. В первой комнате прям надо экономить время. Зверёшка совсем. Да, похоже на то. Here it is. I found it. Докрутил, что ли? Минутца. Но тот же тайминг абсолютно. Я что-то медленно все, по-моему, делаю. Абсолютно то же самое получается. Да, вообще один в один. Минут 30, минут 30. Ну, то есть вот здесь нам нужно... Да нет, этот...
Они наверняка это учли все, я думаю. Как ты выжил-то, а? Уродец. Блин, долго кручу, надо было вообще по-другому. Нет, не успею, наверное. Не, не успею. Тут хрень вообще долго толкать. Реально прям долго. Да офигеть ее долго толкать. Обалдеть. Не, ну это привет вообще. Да ее очень долго толкать. Блин, неужели сначала? Конечно, максимально заряжать перчатку. Блин, не достали. Честно, достали. Реально очень надоели. Прям минута осталась. Да ну, это бред. Надо попробовать хотя бы, чтобы минута 40 была. 10 секунд не лишние будут совсем. Там одну вот эту вот штуку толкать только минуту, где-то сколько секунд, 30 я толкал. На половинку он толкает только, да. Хотя нет, быстрее. Если заряжать. Но ее еще повернуть надо. Пфф, вообще жесть. Нет, что-то не то я делаю. Ну, еще, да, мы тут у нас просто конь не валялся. Ну да, все понятно. Так, а этого законтролить можно? Да, скорее всего, гигантов нельзя контролить. Не, гигантов фей не контролит. Сам тролль говорит. С ума сошел, что ли? В общем, фиг знает. Надо пробовать, но есть мнение, что минут 25 это мало. Хотя бы секунд 10 еще. Давайте попробуем 10 секунд примерно выкроить еще на это. На все. Секунд 10. Можно попробовать, да, с помощью Shadow магии. Сейчас попробуем, ребят. Я просто хочу вначале сэкономить время как можно больше. Давайте я сейчас попробую переиграть. Вначале сэкономим время. И попробую, да, с Shadow магии толкнуть. Это хороший вариант. Shadow магия же полная есть. По сути это дело.
должен быть профит от Shadow Magic. Чтобы не один раз... Чтобы, наоборот, толкнуть один раз, а не дважды. Да ладно, что это такое вообще? Я уже кнопки путаю, все. До свидания. Так, ну давайте. Еще разок попробуем. Уже кнопки путаю. Да, вот это, пожалуй, такой геморройный реал на время. Так, нет, опять заново. Тут что с ХПМ делает вообще мне? Снижает. Снижает, унижает. Так, 28 минут до конца стрима. Look for an exit. I'll hold it back. Да ладно, как ты попал-то? Ты что такой меткий? Каким образом ты попал в меня? Обалдеть. Что-то я уже вообще не могу этих великанов убить. Пам-пам-пам. Да, что-то меня мажет, короче, ребят. Попадает. Да нет. То самое, привет. Можно подпрыгнуть и бить его по голове, да. Можно. Но в прыжке я буду более уязвим. Поэтому оптимально делать это на земле. Жбанчик. Фокус дэмэдж, конечно, от бога просто у меня, да. Фокус дамаг такой, что удаляй. I'll hold it back.
урон, например. Ну, сейчас плюс в том, что у нас фул хп. Так, ну вот получше немножко. Here it is. I found it. Ну, да, фул хп сейчас будет. Соединение с сервером потеряно, ничего. У меня Good Game что-то отвалился. Сейчас проверю, секунду, ребят. Вообще интернет живой? Вот и все, закон в силу вступил. А что такое? А, не работает Good Game, понятно. У меня Good Game упал. Ой, ужас какой, какой кошмар. Закон в силу вступил уже, да, 0.37. Ну, хватит, да, ребят, что, посмотрели стримы, хорош. Поток причем идет на Good Game. Да, не работает ничего. Ну, ладно. Twitch, ты живой? Живой. Значит, смотрим на Твиче. На Good Game я на всякий случай не буду останавливать, пускай работает. Да не, я не буду включать, мне как бы работает, работает, ну чё. Окей. На ГГ только чат стал. А, ну хорошо, ладно. Раз только чат, то окей. Так, ребят, я опять отвлекся и потерял миллион времени. Чаты главное, да? Так. Минут 50, кстати, нормально. Ё-моё, как долбаные углы. То же самое время, минут 36. 42 секунды, на 12 секунд быстрее, чем в прошлый раз. Так, сейчас пробуем делать вот так вот. Да ё-моё. Чё происходит? Не двигается. Нет, это, конечно, плохо всё очень. Все очень плохо, да. 10 секунд.
А, у меня энергия кончилась. Да, trial failed. Блин, энергия кончилась. Быстрее надо. Он все равно даже под Shadow Magi не доталкивает до конца. Даже под Shadow Magi он до конца дотолкнуть не может. Блин, тут копить надо. Так просто вообще не толкает здесь. Trial failed. Все понятно. А он не дотолкнул до конца? Блин, он не дотолкнул до конца. Но тут надо полюбас под магией толкать. Надо, да, полюбас под магией там толкать. Так, друзья, сейчас я быстренько авкну, да, это что-то глаз замылился уже, сейчас приду. Так, я вернулся. Ну, не знаю, что там было, что-то там падло. В общем, не хватает времени немного. Минуты 30 — это им очень мало.
Нужно хотя бы минуту 40, чтобы было. Минуту 50, я думаю. Вот если бы вот минуту 50 будет, то хватит. Значит, поехали делать так, чтобы первый... вот выходили на время минуты 50 где-то. Вот за минут 50, я думаю, справимся. В принципе, там не так сложно. Просто кажется, что сложно. На самом деле не сложно. Успеем. Успеем, друзья. Глаз замылился. Возможно. Возможно. Но я думаю, что пройдем. Потому что главное после первой комнаты выйти минута 50, минута 45 это край. Минута 33, минута 30 это очень поздно. Да какого рожна ты творишь вообще? Деструктивный рыцарь какой-то. Так, ладно. Пинается еще. Уродец. Что-то не хватает, прям чуть-чуть. Вот, блин, неудачно. Это сейв с двумя этими роботами огромными, рыцарями. И насколько я понял, там сейв происходит в каждой комнате. То есть таймер сохраняется в каждой комнате свой. Look for an exit. I'll hold it back. Петрушка, привет. Да я уж почти сплю. Уже скоро спать пойду, да. Давно стримлюсь. Ребят, дурной триал, но я думаю, пройдем. По-другому не бывает. Во-первых, подустал уже, конечно. Сейчас
сейчас что-то даже рыцаря не могу нормально убить. Да нет, это, короче, удаляю. Отдыхать надо. Да нет, это уже московский цирк, ребят, да, это московский цирк. Давайте я пойду отдыхать, вот, чего и вам желаю, потому что завтра на работу, думаю, я уже о работе, а не о игре. Вот, а цирковые представления, это не про меня, я не умею. Друзья, всем огромное спасибо за время, продолжим прямо с этой же точки. Следующий стрим начнется вот с этого триала. Будет он точно не завтра, не знаю насчет послезавтра. Вот, поэтому, да, через. Спасибо вам тоже за время всем. Да, пойду отдыхать. Ребят, всем завтра удачного трудового дня. У кого завтра трудовой день, а у кого завтра отдых, ну. Всем отдыха. Я завтра буду на Good Game. Заходить, смотреть стримы других стримеров в свободное время. Но сам стримить не буду. Все. Всем спасибо, всем пока.